Я вам нагадую, що це програма «Фреш», ми продовжуємо далі, і у нашій студії Іван Баранов, трихолог і фахівець з трансплантології волосся. Ми сьогодні будемо говорити саме про трансплантологію. Угу. Будемо говорити про те, що цікавить дуже багатьох людей, у яких виникли проблеми з випадінням волосся. Справді, тема дуже серйозна. І дуже часто люди, якщо це чоловіки, вони можуть собі дозволити, можуть побритись наголо і ходити собі спокійно. Можуть зробити з цього навіть шик такий собі в своєму образі. А жінка – ні. І коли такі проблеми виникають, то справді потрібно щось робити. І ми знаємо, що і перуки, і все решта-решта є, і воно все це існувало. Але на сьогодні з'явились інші методи, які допоможуть нам бути гарними, допоможуть мати волосся. От які ж зараз, які новітні технології зараз з'явилися, що може зараз сучасна медицина запропонувати? Зараз ми можемо пропонувати на самом деле дуже багато. Дело в том, что, ну, допустим, к пересадке волос, ну, наверное, мы так просчитали, у нас где-то 95-96% все-таки мужчин. Все-таки человеки проходят? Да, потому что человек, ну, или мужчина с волосами, он выглядит моложе. Он действительно выглядит моложе. И волосы всегда, они были и будут показателем здоровья. Есть пациенты, да, которым я отказывал в пересадке. Почему? Потому что очень красивая форма черепа. Это с лицом смотрится очень гармонично. Очень гармонично смотрится с самим внутренним состоянием этого мужчины. Вот. И я до сих пор не могу забыть консультацию. Где-то около часа я отговаривал мужчину от пересадки волос. Хотя вроде бы должно быть наоборот. Да? Вот. И мы закончили на чем? Я говорю, знаешь, вот ты, наверное, сходи в интернет, там очень много есть программ по подбору причесок. Говорит, вот когда ты найдешь ту прическу, которая тебе подойдет, вот тогда с ней придешь. Не пришел. Не пришел. Не нашел. Залишился таким. Такой, ну, потому что красиво. Гарный. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы мы все-таки дарим красоту. Мы все-таки дарим какую-то эстетику. И надо все-таки, как говорил мой учитель, он говорит, не делается операция ради операции. Делается операция с каким-то смыслом здоровья для пациента. И сейчас, слава богу, там, врачи вот в этом аспекте и работают. То, что касательно операции, ну, даже сама операция не подходит, это процедура. Процедура по пересадке волос. Потому что она является малоинвазивным методом. Мы используем самые современные инструментарии, технологии. В прошлом году нашу клинику приняли Международную ассоциацию хирургического восстановления волос. Это самая крупная международная ассоциация трансплантологов волос. То есть для нас это уже достижение очень высокое. Мы долго к этому шли. Долго, 10 лет шли уже к этому. 10 років. Ну, справді, в Україні зараз же все тільки починає зароджуватись. Якщо в світі вже давно є, да, це все існувало, то ми трошки відстаємо, так можна, да, сказати. Ну, ми вже не відстаємо. Вже не відстаємо. Бачите, це дуже добре, такі гарні показники. Але от скажіть мені, от як людині, яка ще, ну, ніколи нічого такого не робила, наприклад, я собі уявляю, якби мені довелось, я б, мабуть, би боялася. І чи це боляче, чи ні? Чи як це буде? Звідки пересаджується? Чи як взагалі, як все це робиться? Дуже багато питань, які ставлять ті люди, які приходять, які не знають нічого про це. Это, знаете, когда приезжает пациент на данную процедуру, говорит, я волнуюсь. Я говорю, слава богу, вы волнуетесь, потому что если пациент не волнуется, начинаю волноваться я. То есть это показатель того, что вы нормальный человек, и оно вам действительно надо. Дело в том, что тут надо определиться, подходит эта процедура или не подходит. То есть есть показания или есть какие-то, ага, противопоказания. А может быть, еще навіть не підійти, да? Конечно, процедура, конечно. Заболеваний очень большое количество. Если мы, вот, допустим, берем мужчину с классическим видом облысение, там область залысин, макушка там, да, или вся зона. Да, мы понимаем, это физиология. Мы тогда проводим процедуру, мы берем волос, который не чувствителен к гормонам на затылочной части, он сохраняется всю жизнь. То есть это является донорской зоной. Если донорской зоны мало, то да, мы подключаем и тело, если там на теле есть волосы. То есть мы как бы прибегаем ко всем технологиям, ко всем резервам человека, чтобы как бы изъять этот волос и пересадить в зону облысения. Багато, скільки, ну, яка частинка
ну, не знаю, як це назвати, і яка зона береться для пересаджування волосся? Скільки це повинно бути міліметрів чи як, сантиметрів? Ну, смотрите, допустим, ми зараз працюємо панчами, це тоненька трубочка, которая делает микроразрез вокруг волосяного фолликула. И вот то, что мы изъяли, это называется графтом. То есть на вот этих вот панчах мы работаем 0,7-0,8 мм. Он в диаметре. То есть он маленький. После заживления эта точечка, она еще где-то процентов на 30-35 сокращается. То есть да, остается микрорубец, но его не видно. Он не влияет на общую густоту волос. То есть мы все равно как бы смотрим, какие резервы. Есть пациенты, у которых мы можем взять 5-6 тысяч графтов и пересадить на всю зону облысения. Есть пациенты, у которых мы можем взять только 2500 графтов, ну, и сохранить эстетический вид затылочной части. Потому что мы забираем волосы в шахматном порядке, и рядом растущий волос камуфлирует эту зону. Mm-hmm. То есть при длине волос там 3-5 мм уже зоны, где мы работали, не видны, и парикмахеры не видят этого. А потом далее, как же потом, чи бывает, когда воно настолько не прижилось, там, чи я не знаю, ну, от, как это бывает? Пока у нас все хорошо. С этим. Понятное дело, что есть классные результаты, есть какие-то результаты, которыми пациент недоволен. Мы всегда идем навстречу пациента, мы никогда не бросаем пациента вот так вот. Всегда, если там вдруг какие-то проблемные моменты есть, есть вопросы до коррекции этих зон. Потому что человек, в первую очередь, он не робот. Есть какие-то факторы, о которых мы не знаем, которые срабатывают таким образом, что почему-то вот именно вот в этой точечке волосинка вот эта не прижилась. Везде прижилась, а вот в этой точечке нет. Ну вот. Но на общем фоне, если мы делаем пересадку, то процент приживления 90-95%, то есть не 100%. 100%, когда клиника пишет 100% гарантия, меня это отталкивает как специалиста, потому что я знаю очень много подводных камней, что влияет на рост волос. Но 90-95% мы достигаем такого результата. И даже при некоторых рубцовых облысениях, там, после травм, вот как мы недавно, допустим, там, женщина прожила 25 лет с рубцом на волосистой части головы по среднему пробору, то есть она, ей в 3 годика удалили гемангиому в волосистой части головы, остался рубец. То есть да, мы этот рубец засадили, и мы даже в рубце достигаем процентов, где-то 85-90 уже приближаемся к этому. Но я знаю, что пройдет год, вырастут эти волосы, и пациент будет уже доволен и счастлив. Тобто, в принципі, людина може жити як із своїм волоссям, як нібито воно все життя там було і да. Нікуди не дівалось, не випадало. Тобто волосся є, волосся багато, да. Так? І все да. Добре. А що з тією частинкою, звідки ви взяли? Та, що була донорська. От що з тією частинкою робиться? Візуально пацієнт не бачить прорідення волос. Тому що густота хороша, і якщо ми між там, 5 волосиночками візьмемо одну, никто не заметит этого. Вот, поэтому мы сохраняем вот эту вот эстетику. Да, в той точке, в которой мы изъяли волос, он там больше не вырастет. Это как дерево с корнями забрали, пересадили в другое место. Оно там растет, а здесь уже растение не будет. Звучайно, вот, так же самое и с волосами. Но это же ультратонкая структура, поэтому как бы этого незаметно. Ви тільки можете під мікроскопом подивитися, де що там сталося. Це тільки буде вузький спеціаліст бачити. А так людина, яка... Просто да. Ходить собі, живе постійно повсякденним життям, вона цього може не помітити. Що потім людині потрібно робити? Можливо, є якийсь спеціальний догляд за цим волоссям? Як їй жити потім? Чи вона може жити повноцінним життям, так як абсолютно. І жила раніше? Ця процедура є амбулаторною. Пацієнт приходить утром, вечором уходить. Ага, швидко, так, да. Це робиться? Ну, як довго, ну, в течение одного дня. Вот. А через 2 недели пациент полностью возвращается к обычному ритму жизни. Тренажерные залы, бани, сауны, там все, что хочет. А 2 недели, да, это является реабилитационным периодом, когда мы бережем эти волосы, которые мы пересадили. Когда эти волосы выросли, они же вырастают не сразу, они вырастают там, через 8, там, 12, 14 месяцев. С ними можно делать все, что угодно, все, что делали ранее с волосами. Красить, завивать, там, ну, что уже душе угодно. З приводу нарощування волосся, це вже ми зараз не говоримо про пересадку, а нарощування волосся. Чи є у трихологів така процедура, чи це тільки перукарі займаються цією процедурою? Як ви ставитесь до таких випадків? Чи не впливає це на загальний стан волосся? Так? Чи цибулька не страждає
Тому що вона стає трошки важчою, ж так? Звісно, все одно це нагрузка дополнительна на волос, на волосяний фолікул. Він адаптирован під іменно вот этот волос, не під дополнительную масу. Сейчас парикмахеры делают там микро-микро там вот наращивание. В принципе, если все хорошо с волосами, оно держится. Вот. То есть, как бы тут уже пациент выбирает сам. Но если, допустим, касаться проблем, именно связанных с облысением, ну куда вы их там нарастите? Звичайно, то есть нету там зоны, на которую как бы цеплять эти волосы. И поэтому вот опять же есть ситуация и с детками. Потому что звонят родители, говорят, у ребенка там рубец на голове, вы можете прооперировать? Говорят, нет, мы детей не оперируем. Вот. Но сейчас в Украине появилась технология, это волосозамещение, но это как накладка, не накладка. То есть в чем суть технологии? Это итальянская технология, делается вручную, подбирается ультратонкая мембрана по цвету кожи головы пациента. Она пропитана антибактериальным покрытием. Дальше по цвету, по густоте волос, все это как бы мерки снимается, 3D-модель головы снимается, все отправляется в Италию ручным способом. Это все делает, и в течение там 2-3 недель возвращается эта волососистема обратно пациенту. Фиксируется кожа головы специальным клеем биологическим, он не оставляет ни раздражения, ни аллергии, ничего. Но можно купаться в бассейне, купаться в океане. То есть его вот физически с головы не сорвать. Тобто дитина ця буде рости, а як же потім у неї ж все буде рости, і голова також, і все решта? Технологія, как бы сама эта волососистема рассчитана на 2-3 года, смотря как за ней ухаживать, все равно она меняется. Но пока ребенок вырастет, он будет нормально чувствовать себя в социуме. Это не парик, который вот даже людей можно увидеть, которые идут в парике, он боится лишний раз головой двинуть. Он боится, когда поднимается ветер. Он никогда не пойдет купаться в душ там, или там, после спортзала, там, если там кто-то присутствует, потому что нужно снять парик. Он не будет плавать в бассейне, потому что, ну, то есть это физическое ограничение. Вот, поэтому вот эти волососистемы, они действительно, ну, вони шикарні. Справді, так, є такі випадки серед дітей, і батьки занепокоєні дуже сильно, так само ж, як і діти, тому що є випадки облисіння дитячого. Да. Це такі серйозні проблеми різного характеру, психологічного в тому числі. З приводу таких випадків, чи траплялися на вашій практиці такі випадки, що ви рекомендуєте робити батькам і як бути? За скільки часу можна поновити волосся? Якщо це дитина. Смотря какая ситуация. Сейчас увеличивается количество пациентов с очаговой тотальной формой облысения, это алопеция ариата, аутоиммунное заболевание, этиологию которого никто вам не скажет, потому что никто не знает, почему она появилась. Детки могут полысеть полностью, могут полысеть пятнышками, потом как бы есть тенденция у детей там, 75% к самостоятельному восстановлению. Это сложная ситуация. Если ребенок облысел, и родители очень сильно переживают и воспринимают своего ребенка как больного, не всегда ребенок болеет. А может и не хворите, так? Да. Да, то есть есть какая-то вот внутренний такой рычажок сработал, и все, и волосы покинули все тело. И ребенка начинает возить по всем специалистам, по всей стране, за рубеж. Это ребенок все время не видит разумеешь, врачей, да, он чувствует себя больным, чувствует, что с ним что-то не так. Вот с такими родителями, с такими детьми очень важно дать правильную информацию изначально. Що ребенок, з ним? Спочатку треба дізнатися. Надо понять, що з ним. Якщо по аналізам все хорошо, все замечательно, цю сім'ю нужно учить жити вот так. І що, потім волосся з'явиться? Потихеньку? Може не появиться. А, може і не з'явитись навіть? Да, поэтому тут очень большое внимание мы уделяем и работе с психологами, потому что дети в школах, ну, лысенького ребенка, понятное дело, что происходит. Поэтому этот ребенок должен быть сильным внутри, сильным снаружи и должен отстоять свою честь. И тогда он получит уважение. И вы понимаете, что мы общаемся с людьми и с красивыми, и не с красивыми. Тут главное внутренний мир, внутреннее обаяние. Так, вот. Поэтому вот это надо давать этим детям, и они потом очень уверены. Мальчики занимаются спортом, они могут постоять за себя. Девочки занимаются спортом, получают определенные результаты. Сейчас в некоторых странах проходят конкурсы там, мисс там, какой-то страны. И сейчас я смотрю тенденцию, побеждают девочки, у которых алопеция ариата, лысенькие. То есть социум уже понимает, что это, знаете, как там, онкобольной, да, как у нас. Mm-hmm. Вот, а он здоров.
Он здоров, і все. Просто без волос, просто другой. Ну, справді, якщо до цього ставитись нормально і зрозумієте, що є така проблема, вона буває, бачите, не завжди люди знають, що це може бути. Да. Переважно думають, що це проблема. Ну, можливо ж, вона і сталася, ця проблема, колись, просто не помітили, не зрозуміли, що де є, ну, і якось так. Тут уже ніхто не застрахований, скажімо так. Тобто, тут головне попасть от к трихологу, який цим займається. Тому що, коли приходять там к дерматологам, які не займаються проблемами випадіння волос, они начинают делать какие-то назначения, ну, которые приходится потом убирать. Угу. То есть не совсем. То есть есть дерматологи, которые, да, с коллеги, с которыми мы встречаемся везде, на конгрессах в Украине, за рубежом, в Европе, мы общаемся. Они работают дерматологами, но не понимают и в трихологии. Есть дерматологи, которые занимаются только проблемами кожными. Да, это как у каждой специальности есть свое направление. Так же самое у каждого специалиста. Поэтому тут лучше, если видите проблемы с волосами, идите на трихолога. Пане Іване, я хотіла наостанок вже поставити вам таке одне запитання. Справді, коли у людини є якісь проблеми, вона одразу починає, ну, можливо, впадати в паніку, скажімо так. Тому що проблема є, що з нею робити – не знають. Не знають спеціалісти, десь в інтернеті багато інформації, але, може, вона вам не підходить. Можливо, були вже такі випадки, коли ви почали лікувати, не вийшло. Що тоді робити? Як бути, якщо з вас спіткала саме така ситуація? Завжди потрібно йти до спеціалісту. Завжди. Тому що нерозрішених питань практично не буває. Да, есть определенная ситуация, когда потеря волос безвозвратна, и мы не можем предложить ни клеточную терапию по восстановлению волос, ни пересадку волос, мы не можем. Но есть альтернативные, те же самые волососистемы. Мы просто знаем, где и как их производят. Мы знаем качество там, продукции, потому что есть люди, там ищут волососистему, покупают. Ну, как бы я не против Украины, я за Украину, но у нас нет технологий, которые могут качественно сделать эту волососистему. Вот, поэтому всегда при любом вопросе лучше пойти к специалисту. Это даже не касается только трихологии. Любой ситуации с заболеванием. Вы понимаете, что что-то не так, что-то болит. Почему болит? Не надо идти пить обезболивающее. Надо пойти к специалисту и понять, что болит. Справді, дуже просто все. Просто. Є проблема, є люди, які займаються вашою проблемою. І так. Вони зроблять все для того, щоб ви були здоровими. Це буде в інтересах і тієї людини, і в інтересах фахівця, тому що справді потрібно це зробити і так. Для вас. А вам, звичайно ж, бути здоровим. Нам потім легше лічити, якщо ви не прийшли. Ну і в першу чергу не треба в паніку впадати. Ось психологічно готуватись потрібно до цього всього. Так? Психологічно розуміти, що таких проблем, з якими не можна було б впоратись, їх не буває. Это я вам расскажу, вот если там есть, время позволяет. У меня есть клиентка, с которой мы познакомились 3 года назад. Она звонит мне, говорит: Иван Викторович, мне нужно к вам на консультацию. Я говорю, ну у меня запись там на 2 недели вперед идет. Говорит, мне срочно, если 2 недели буду ждать, я облысею. Ну я как бы так отношусь к этому, таким звонкам. Я говорю, ну все равно, всунул там уже все. Она приходит, я понимаю, что она лысеет. Она за 1 неделю потеряла 90% волос. Но у нее настолько внутренняя сила и настолько вот 100% уверенность, что все будет хорошо. Да, мы прошли там годовой путь. Мы только через год смогли восстановить эти волосы. Сейчас мы с ней уже общаемся как друзья. То есть внутреннее состояние – это очень важная вещь. Ну, це справді такий випадок, який надихає на перемогу. Да, да. Якщо працювати над собою і зрозуміти, що все буде добре, бути впевненим у тому, що немає таких ситуацій, з яких неможливо знайти вихід. Все буде тільки добре. Я вам дуже дякую за цей оптимізм, за те, що ви ось такими своїми прикладами і історіями надихаєте нас, надихаєте глядачів на те, щоб все було добре. І справді не буває безвихідних ситуацій. Про це треба пам'ятати і пам'ятати завжди.